Здравствуйте, друзья, добро пожаловать ко мне на канал. Я прошу максимальный репост этого видео, где только можно, потому что у меня хорошая новость для вас, правда. Нет, не по поводу события, которое сегодня стартовало, это, конечно, все прикольно, но мы об этом поговорим в другом ролике. Мы по поводу вот этого сайта, да, который я вчера разбирал активно, и что же мне ответили по поводу этого сайта. Он нелегален, он неофициален. И любые продажи с этого сайта, аккаунтов и так далее и тому подобное, незаконные. Почему? Я этим доволен. Я вам объясню. Дело в том, что еще вчера в ролике я сказал о том, что у нас с вами, к сожалению, сложилась такая традиция, что в интернете любые данные, которые вы даете, могут повлиять против вас. А зачем вам терять свой аккаунт? Аккаунты просто так не продаются. Либо их продают, либо их взламывают, и тем самым дают возможность там либо выкупать, либо просто люди на это забивают и их продают на сторонних ресурсах. Вы можете стать жертвой подобной вещи. Таких сайтов уже осталось достаточно немного, но я всегда стараюсь оградить сообщество еще, ну я не знаю, с весны того года, да, когда мы с вами повлияли на бан групп и сайта. Вот тут мы с вами тоже благополучно повлияли на это решение. Я разговаривал с комьюнити-менеджером, он мне все подробно по этой теме рассказал. Поэтому, ребята, если вы не хотите получать какие-то баны, да, на всякий случай, или какие-то там предупреждения, или потери аккаунтов, потери денег, старайтесь не пользоваться подобными вещами. Ребят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я об этом говорил вам много раз. И вы старайтесь, я вас прошу, старайтесь, перестраховывайтесь. Лучше купите, либо вообще просто играйте как условно бесплатно. Понимаю, это тяжело. Сам в такой шкуре, ну, правда, наполовину стоит отметить, потому что делал как бы тесты на Луну, и поэтому Луна мне до сих пор приносит доход. Но сам уже не вкладываю достаточно долгое время. К чему я это веду? К тому, что да, это трудно, да, хочется персонажей, но это лучше потерпеть, чем потерять свой аккаунт. Согласны? Если да, пишите об этом в комментариях. Вот и очередной сайт у нас отправляется в утиль. Если вы им пользовались, ребята, я вам советую, поменяйте у себя пароль на всякий случай. Ну его нафиг просто. На всякий случай перестрахуйтесь. Авось вдруг кто-то захочет вам взломать там ваш аккаунт и так далее и тому подобное. А вот этот благополучный сайт у нас отправляется в странстве. Все, друзья, не забывайте, у меня есть Trovo, да? Там проходят каждый день стримы. Обязательно приходите, если не подписаны. Ссылочка будет прикреплена в шапке комментариев. Также есть Telegram. Там все последние новости. Все-все-все. Все новости. Поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь на канал, на группу. Удачи!